Хотелось бы начать наш диалог. Кстати, мы уже вышли в прямой эфир, и я бы попросил вас очень громкими аплодисментами пригласить нашу аудиторию. Огромнейшая всем вам благодарность, если вы присоединяетесь к нам на телеканале Impact здесь, на всей территории Соединенных Штатов Америки, каждое воскресенье. В 12.30 по Тихоокеанскому времени, в 3.30 по Восточному времени мы для вас, и мы не принимаем это как что-то само собой разумеющееся, для нас действительно большая-большая честь с вами встретиться и огромнейшая благодарность руководству телеканала за предоставленную возможность. Сегодня, в этот день, мы в равной мере выходим и на телеканал ТБН, ТБН Россия, так что если вы присоединяетесь к нам в странах Центральной Европы 21:30 Центральный Европейский пояс 22:30 Киевское время 22:30 в равной мере Московское время еще раз огромнейшая огромнейшая вам всем благодарность за то, что вы вместе с нами хотелось бы оговориться в двух вещах: если у вас есть молитвенная нужда, о которой вы бы хотели, чтобы мы помолились, пожалуйста, сообщите нам об этом. Дайте нам знать об этом, мы обязательно подставим свои плечи. Библия говорит, носите бремена друг друга, и таким образом вы исполните закон Христов. В равной мере наше время на ТБН Россия, наше время на Импакт ограничено 30 минутами, поэтому вы всегда можете смотреть продолжение этого служения на YouTube-канале и из Церкви христианской веры. Christian Faith Now. Christian Faith Now. Подключайтесь, присоединяйтесь, подписывайтесь, и мы будем рады возможности приходить в ваши дома и преломлять вместе с вами духовный хлеб в абсолютной убежденности, что Бог, начавший в нас доброе дело, будет совершать его даже до дня Господа нашего Иисуса Христа. Тема нашего послания сегодня «Кто они?» Я уже говорил, прежде чем вышли в прямой эфир, повторюсь еще раз, есть люди в нашей жизни, без которых мы можем обойтись. Но есть люди, и их не так уж много, которые важны, которые ключевые в нашем духовном формировании, которые важны для нашего становления, как личность, как семенин, как служитель, как человек, которого Бог призвал на определенное поприще, достичь тех результатов, которые мы можем Потенциал для которых сокрыт самим Богом внутри каждого из нас. Окружение важно. Окружение очень важно. Евангелие Иоанна, 5 глава, и в 7 стихе вы можете не открывать. Этот стих имеется, я его процитирую. Христос приходит в Иерусалим, и там была купальна. И в этой купальне лежало огромное количество людей, большое количество людей. Я все еще адресую тот же самый вопрос, что есть люди, без которых мы в жизни обойтись можем. И их много. И без этого множества мы можем обойтись. Но есть люди, и их немного. И без этого меньшинства мы обойтись не можем. Не верите мне, посмотрите на человека, который пролежал в Вифезде 38 лет. И Христос приходит туда. Я не уверен, что это было его единственное посещение. Не исключаю, что он был там и раньше. Но в этот момент его глаза соприкоснулись с глазами этого человека. И он задает ему, казалось бы, на первый взгляд, очень нелепый вопрос. Он говорит, кстати, написано, Христос узнав, что он лежит продолжительное время. Он спросил у кого-то, кто-то Ему эту информацию предложил, что вот этот человек, вот на этой кровати, если там была кровать, или в этом месте, вот в этом углу, он уже находится 38 лет. И Христос приходит к Нему, казалось бы, с нелепым вопросом. Хочешь ли быть здоров, Он Ему говорит, 38 лет человек болезни. Хочешь ли быть здоров? Христос ему говорит. На что больной отвечает Иоанна 5.7. Так, Господи. Да, я хочу быть здоров. Да, я хочу быть целостным. Да, я хочу быть восстановленным. Но у меня нет человека. Возле меня есть люди, но у меня нет человека. Сегодня, к огромнейшему сожалению, очень многих христиан. Они окружены людьми. Множеством людей. Самых разных людей. Люди есть. Человека нету. Потому что без многих людей в нашей жизни мы обойтись можем. Но есть люди, и их не так много, без которых мы обойтись не можем. И в этой серии проповедей мы адресуем вопрос: кто они? Без кого мы не можем состояться? Кто они, которые делают важный вклад в мое духовное становление? Кто они, помогающие мне реализовать тот потенциал, который сам Бог в меня вложил? И прошлую среду мы начали отвечать на этот вопрос каждому последователю Иисуса Христа нужен человек из Матфея 18:19. Каждому человеку, если вы записываете, можете записать. Каждому человеку, каждому последователю Иисуса Христа нужен человек. Из Матфея 18.19. Ты спросишь, почему? Почему так важно Матфея 18.19? Посмотрите, что там написано. Матфея 18.19. Истина также говорю вам. Это Христос говорит. Если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего не попросили, будет им от Отца Моего Небесного. Если двое, тебе надо всего лишь кто-то, потому что ты и этот кто-то уже двое. Я еще раз это повторю. Тебе нужен кто-то, Тебе не просто нужна толпа людей, тебе нужен кто-то, один, с которым ты мог бы согласиться. И согласно заявлению Иисуса Христа, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего не попросили, будет им от Отца моего небесного. У Иисуса Навина был Халев. Были люди, два миллиона. И был человек. С двумя миллионами у него согласия не было. Но с одним из двух миллионов у него было согласие. Потому что... Когда все говорили, мы умрем, мы пойдем костями здесь, в пустыне, лучше нам возвратиться в Египет и кушать чеснок, и, и лук, и репчатый лук, и все остальные вещи, они вдвоем и шли против течения и говорили, а мы овладеем землей. Да, там укрепленные города, да, там эти великаны, да, там у них железные колесницы, да, действительно непросто, но мы достигнем поставленной цели. У Иисуса Навина был Халев, у Давида был Иенофан, у Савла, у Павла был Варнава, впоследствии возле него, рядом с ним, был сила. И когда они вдвоем оказались в темнице, написано, что двое. Потому что двоим лучше, нежели одному. И если двое согласятся о всякой вещи, им будет дано от Отца Моего Небесного. Знаете, что они согласились делать в полночь? Они даже не согласились молиться о том, чтобы выйти из темницы но они согласились, чтобы одним голосом, чтобы одним сердцем прославлять Бога. И написано в полночь, Павел и Сила, молясь, воспевали Бога. Запятая, узники слушали их. Это не легкая толпа. Аудитория не самая простая, но они были в единстве. Они были вместе. Они были в одном сердце. Их сердце билось в одном ритме. И вдруг темница поколебалась. И вдруг узы у всех ослабели. И вдруг вещи начали меняться. В моей команде они, в твоей команде они, должен быть человек, с которым ты, с которым я мог бы согласиться о всяком деле. И Христос говорит, Будет от отца моего небесного. Вы здесь или нет? Во-вторых, во-вторых, каждому последователю Иисуса Христа, каждому последователю Иисуса Христа, ну я не буду подыскивать слова, каждому последователю Иисуса Христа надо духовное лицо, каждому последователю Иисуса Христа нужен пастор. Каждому последователю Иисуса Христа нужен лидер, человек, который будет опекать тебя духовно и беспокоиться о твоем духовном и душевном состоянии. Может не весьма популярное послание для воскресного утреннего собрания, но тем не менее кое-что в этом аспекте должно быть озвучено, и я готов сделать это сегодня. В моей команде они в твоей команде они, в команде каждого из нас должен быть не только человек, с которым мы согласимся, должен, должно быть духовное лицо, должна быть пасторское присутствие. Я на этой неделе открыл для самого себя с неким чувством, ну, ужаса, неподходящее слово, но с некоторым чувством обеспокоенности что Матфея, 9 глава, и последние стихи Евангелия Матфея, 9 главы, это, наверное, самое более неправильно интерпретируемое место Священного Писания. Давайте посмотрим. Матфея, 9 глава. Матфея, 9 глава, и вашему вниманию 37 стих. Матфея 9, 37. Я помогаю кому-то сегодня? Тогда говорит ученикам своим, обращая на это внимание, Христос, Христос говорит не всем. Он говорит очень близкой к Нему группе людей. Тогда говорит ученикам своим, жатвы много, а делателей мало. Итак, молите Господи на жатвы, чтобы выслал делателей на жатву свою. Я даже не буду просить вас поднимать руки, потому что... Если вы в Евангельской церкви продолжительное, даже не продолжительное время, вероятность в 100%, что вы слышали эти слова. Вероятность в 100%, что вы слышали этот текст Писания, который интерпретируется следующим образом. Друзья, посмотрите вокруг. Жатвы так много, а делателей мало. Нам надо молить Господина жатвы. И ссылка идет на жатву, которая за стенами. Якобы за стенами церкви, за четырьмя стенами церкви, очень много жатвы. Ее так много, и мы теряем время, мы теряем каждую секунду, мы теряем жатву. Надо просить господина жатвы выслать делателей. Друзья мои, контекст о совершенно другом. Контекст совершенно о другом. И далеко ходить не надо. Посмотрим внимательно. 36 стих. Видя толпы народа, он жалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие... Подождите секундочку. Под... Посмотрите на меня. Толпы окружали Иисуса. И когда он увидел толпы, он был движим состраданием. Почему? Потому что они напоминали ему картину. Овец. Кстати, тебя не обижает то, что Библия отзывается о тебе и обо мне, как об овечке. Христа окружали толпы, казалось бы, Иисус, ты на пике. Быстренько фотографируй в Инстаграм, на Фейсбук, распространяй добрую новость, используй каждую возможность. А он видел толпы, и его сердце рвалось на мелкие части. Он жалился, он был движим состраданием. И знаете в чем причина? Он был движим состраданием не потому, что им кушать не было чего. Он был движим состраданием не потому, что они, им не было во что одеться. Он был движим состраданием не потому, что у них не хватало заработных плат. Он был движим, слушайте внимательно, он был движим состраданием, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Секундочку, секундочку. Я не знаю точно, где эти слова были сказаны, но если эти слова были сказаны в Иудее, то всего лишь несколько километров, десятков километров от того места, где эти слова были сказаны, стоял очень шикарный, стоял очень величественный, стоял очень красивый храм. Храм Ирода Великого. И там проходило служение, и там приносились жертвы, и там был установлен определенный порядок, на время Матфея 9.36 не было недостатка в духовных лидерах. Если кому-то было далековато в храм, по всей Иудее, по всей Галилее и далеко за пределами Иудеи и Галилеи. Я не исключаю, даже в Самарии каждую субботу широко открывали двери синагоги, чтобы люди могли прийти прослушать закон. Не было недостатка в духовных лидерах, не было недостатка в людях, которые могли прочитать Священное Писание и даже истолковать его, но был кризис пасторства. И Христос, когда увидел всю эту картину, его сердце было движимо состраданием. Храм есть, служение есть. Жертвы приносятся, синагоги отстроены, служение совершается. И при всем этом, послушайте только, какой язык, какое слово использует русский язык, они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющего пастыря. Послушайте меня, быть окруженным толпой, быть в толпе, это вовсе не означает иметь пастыря, духовное лицо в своей жизни, которое поможет тебе, в котором мы нуждаемся, чтобы он или, и я не побоюсь сказать, она были в нашей команде они. Вы здесь или нет? Вот почему еще в седую древность Бог через пророка Иса Иеремию говорит. Иеремия 3,15. «И дам вам пастыри по сердцу моему, которые будут пасти вас знанием и благоразумием». Кто из вас согласится в том, что, с тем, что Бог не дает нам то, в чем мы не нуждаемся? Он говорит, я дам вам пасторов, которые будут пасти вас сознанием и благоразумием. И здесь я слышу такой четкий, отточенный славянский аргумент. Мой пастор Иисус Христос. Я принадлежу к Вселенской Церкви. Мой пастор Иисус Христос. Кстати, 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 Дорогие овцы, мой пастор Иисус Христос ⁇ это очень теологически обоснованное заявление. Мой пастор Иисус Христос ⁇ заявление, защищенное священным писанием полностью. Только проблемка, знаете, в чем? Что пастор Иисус Христос благословляет людей через людей. Пастор Иисус Христос благословляет людей через пасторов. Вот такой у него порядок. Мы можем бунтовать, мы можем с этим не соглашаться, мы можем это опровергать, мы можем дискуссировать в этом отношении, но установленного Богом порядка никто не изменял и никогда не поменяет. Что-то очень тихо здесь. Я вам сразу оговаривался, что это не сильно популярное послание для воскресенья, для утреннего воскресного собрания. Тем не менее, кое-какие вещи должны быть адресованы и не только здесь, но и среди тех, которые к нам присоединяются в прямом эфире. Посмотрите следующий текст на страницах Писания, это чтобы мне поставить точку. Чисел 6 глава, 22 стих. Чисел 6 глава 22 стих. И сказал Господь Моисею, говоря, скажи Аарону, вот я не знаю, как вы устроены, но даже если у вас есть хоть какая-то иота-бунта, у вас сразу возникает претензия. И сказал Господь Моисею, скажи Арон, ты что, не можешь к Арону обратиться? Не, ну серьезно. У него таких же два уха, два глаза. Так к концу дня и Арон, и Моисей с одной утробы вышли. И уже если говорить о порядке, то Аарон на три года раньше в школу пошел. Но Бог озвучивает свой порядок. Говорит, Моисей, Аарону тебе надо что-то сказать. Моисей говорит, хорошо. Аарон, иди сюда. Аарон подошел. Значит, со мной Господь разговаривал. Вы знаете, вот мне кажется, я бы даже почувствовал себя каким-то ущербным. Я бы сказал, Моисей, а что, он не может ко мне сам? Ты что, секретарем его устроился? Ну, как это так? К тебе говорит, ко мне не говорит. К тебе обращается, ко мне не обращается. Но у Аарона было достаточно смиренное сердце. Поэтому, когда Моисей позвал его, он ему говорит, ко мне Господь обратился. И Господь мне сказал, чтобы от сегодняшнего дня и впредь ты вот следующими словами благословлял сыновей Израилевых. И мы знаем этот текст очень хорошо, да? Чисел 6 глава, 23 текст еще раз. «Скажи Аарону, сынам, так благословляйте сынов Израилевых, говоря, пусть Господь благословит тебя, да благословит тебя Господь, да сохранит, да презрит на тебя святым лицем, да помилует тебя, да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых». И я ей благословлю. Боже, извини. Может быть, это мой такой чисто вот а, или европейский, или американский, или славянский подход, но может быть не надо вот этих всех. Тут и к Моисею обратился, чтобы Моисей к Аарону обратился. А потом Аарон должен на ежедневной, наверное, основе, или, или хотя бы раз, раз в неделю, или, или раз в месяц, как-то вот так руки поднимать и благословлять народы, высвобождать эти слова. А ты что, не можешь сразу благословить? Причем тут люди вообще? А он есть Бог всякого порядка и всякого устройства. Он говорит, согласно моей книге, я обращаюсь к Моисею. Моисей передает мое слово Аарону. Задача Аарона на регулярной основе – поднять свои руки, открыть свои уста и высвободить благословение. Да благословить тебя, казалось бы, вот в такой ну, простой, даже обыденной форме. Да благословить тебя Господь, да сохрани, да презрит, да помилует, да улыбнется тебе, пусть у тебя все получится. И Бог говорит, вот когда Он закончит, когда ты, Моисей, передашь Аарону, когда Аарон просрет свои руки и высвободит это слово на народ, тогда я приду и поставлю точку. Вот тогда мое благословение будет высвобождено. Почему я об этом говорю? Потому что пастор Иисус благословляет людей через людей. И мне, и тебе, и каждому из нас в моей команде они не только нужен кто-то из Матфея 18:19. Мне в моей команде они, тебе в моей команде они. Кстати, это не моя просьба, выбери меня. Ну, на ну, ну, это не крик «выбери меня». Но я к тому, чтобы сказать тебе следующее, и мне, и тебе, и каждому последователю Иисуса, в жизни необходимо, кричаще необходимо духовное лицо. Даже вот сегодня утром перед служением я встречался с некоторыми людьми, и один человек говорит – У нас в семье произошли очень серьезные потрясения недавно. Слава Богу, мы как-то как преодолели. А мы рассуждали вот о вещах, которые я сейчас делюсь. И я говорю, твоя история, она как раз доказывает то, о чем сегодня идет речь. Потому что особенно среди славянского народа концепт пасторского служения, он во многом упущен и полностью игнорируем. Это не вопрос позиции, это не вопрос знания, звания, это вопрос сердечного отношения. И мое понимание, что в моей жизни должен быть человек, который имеет духовную власть обращаться к моим обстоятельствам. Духовный мир реагирует не на звание – Духовный мир реагирует не на позицию. Духовный мир реагирует на власть. И когда речь идет о пасторском служении, то его духовная власть не столько, что он возьмет как пастор, сколько ты и я наделим его этой властью. Я возвращаюсь к этому свидетельству, к этой истории. Мы прошли очень сложный период, сложное, сложное время. И мой ответ был ⁇ Да ⁇ Я не должен знать ситуации досконально. Некоторые случаи, быть может, о них и не надо знать. Но сам факт и само понимание, что человек, которого Бог поставил в моей жизни, имеет духовную власть обращаться к моим обстоятельствам, меняет положение вещей. Одна молитва. Один разговор. Одна, быть может, консультация. Просто время, проведенное до или после служения, меняет ситуацию. Потому что это Богом установленный порядок. Пастырь Иисус благословляет людей через людей.